Сэр! Стойте! Сэр, постойте! Вы должны пройти личный досмотр. Что? Почему? Пойдемте, сейчас есть информация, что вы пытаетесь пронести контрабанду. Сэр, нагнитесь. У меня есть права. Нагнитесь, раздвиньте ноги, спустите штаны. Полегче. Пускайте. Пускайте штаны. Так, поехали. Что у нас тут? Ё-моё, да у него тут... Как же, да как он вообще полоснул? Как он... Давай, давай, давай! Яйца! Что ж... Ну это было вообще мне непонятно. Чё-то с трудом идёт, давай помогу. Ох, нифига. Себе заберу. А это что такое? Это что такое? Зажигалка! А зачем вам там зажигалка? Что вы, если вдруг вторую потеряю? Какую вторую? А, понятно. Юр, ты опять героином накачался? И хриплю во сне по времени. Рычит, едут ребята по тихой, дуя шуршит из базе. Голос мукти по лицах не видит. Ох, люди, люди, помогите ж ему кто-нибудь, что ж вы делаете-то? Люди, люди, никто не вмешается, безобразие-то какое? Ох, и надо ж, в какой стране живем? Ни один человек не подойдет, не поможет. Что за говенное общество? Детей ничему не научили. Какие тихие цыгане. Они не цыгане. А кто цыгане? Я цыгане! Ай, блядские цыгане! Говнище! Отстойное шоу. Оно даже сейчас хуже, чем раньше было. С Пашей то смешнее было. Ну, я в принципе понял ваше настроение, но все-таки, как вам идея для нового скетча? Про Гриба Баса и Джона Клюкера. Не, мужик, это очень узконаправленно. Уж лучше Габзавра позвать, его мамаши. Габзавра отстучит. Нет, нет, ничьих мамаш мы звать не будем. Идея в том, что Гриба Бас и Джон Клюкер идут по лесу. И встречают Пресвятую Богородицу. Я ухожу. Нет, нет, стой, 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 Юрик, дослушай, дослушай до сути, дослушай до сути. Они встречают Пресвятую Богородицу, и она говорит каждому из них убить другого. Пиздец. Юлик! Пиздец. Юлик! Ну чё, когда скетч-то снимаем? Ну вот и все, друзья мои, это была большая дымящаяся куча скетчей, и мы надеемся, что этот выпуск получился без запашка! По крайней мере, этот выпуск меня не обоссали лайками! Зато в этом выпуске мы много вещей достали из твоей задницы. Подписывайтесь на канал, ставьте
ставьте лайки! Вот и все, друзья! Александр Васильевич, что там?